Блин, ну мне нельзя сладкого, но я не ем сладкого. Так ты сама взяла, у меня вообще этот Твикс. Со что? Да потому что он здесь лежал, и я не думая по рефлексу взяла и засунула в рот. Вот бы по рефлексу что-то засунуть в рот. Так, что там? 1, 2, 3. Пукнет в донате. Оля, как сказал классик, ебать, ты красивая, Фачи. Уф, спасибо большое за комплименты и спасибо большое за 100 рублей. Классический Стас ебашит микрофон, чтобы просто было. Давай! Шорт! Давай, рычи. Я лечу к вам. Пум! Ой, блядь! Он весит 90... Что, Стас, весит 95 кг? Ты рофлишь? Да, конечно. О, это ж Микалина тут еще. Ну да. Спасибо. Пожалуйста. Обалдеть. Все, мы пойдем. Удачи. Все, давай. Спокойной ночи, смотрел фулл стрим Натахи. Марка и тебя под конец 8 часов. Спокойной ночи, ты вообще зверь какой-то. Вам можно поговорить? Помогите, помогите, помогите! Блять, Вань! Не видел никого. Блять, там Мавик уже палит, нахуй. Ваня. Ой, у меня я название не поменяла. Хорошо. Чил. Если ему похуй на это, сейчас мы сделаем по-своему, блядь. Охуенно. Поехали, блядь. Сэнди Шорс, блядь. Грыбался. Поехали, поехали. Блядь, пацаны, у меня реально... Спокойной ночи, это был лучший стрим. Блядь. Первый раз смотрел штрека, понравилось. Давай, так, спокойной ночи. Идет, спасибо вам тоже, ребят, кто смотрел сегодня. Само много чего. Спасибо, кто вообще был со мной сегодня всю ночь и утром. Спокойной ночи, если вы хотите спать или по делам. Удачи. Мы остановились, чтобы... Что делать? Можно чувак. Уф. Там было видео? Я не знаю, давай еще раз. А мне такое нравится. Не знаю, что делать. Напряженный момент. Атака? Все, все, нападение. Я иду Фрик забивать. Склада. Просто отдефайте то. Ты чё, шлюха, сделала? О, кто я? Эй, йоу, молодой киберспортсмен, играй. Какая шлюха. Бонус ты получишь плюс 35% при пополнении баланса. Ссылочка в описании. Шефки в духе. Короче, еще. Мне то, что Вадя подарил вот эту вот башню. Статую свободы. Мы, короче, ее всю собрали, представляете, за ночь. Ну, я собрала. Вадя там вообще не мог разобраться. Он угорал с меня, что я не могу нормально построить вот эту Майнкрафт-хуйню. 6+, кстати. Собрала. Ну да. Убери. Хорош, Наташ, хорош. Ёлечка. В честь тебя солю, смотри. Твою честь хуярят. Отъебись. Прив. Такого хочешь? Ты пишет. Вадим. 192. Фильм был, да, мы уже посмотрели. Мы назвали кота Пуфиком. А, и прикинь, он вырастет, и, блядь, его коты-одноклассники будут его троллить за то, что его назвали Пуфиком. Одноклассники? У нас что, школа тут? Я считаю, что скоро будет школа для котов. Фильм кончился так быстро уже, но мы 2 часа мы смотрели его. Мы должны обучать наших котов становиться добрее, потому что коты — это средство массового уничтожения людей. Вы смотрели этот «Любовь, секс и роботы»? Там все видно. Что будет с нашим будущим, если мы не будем обучать котов?
Гений. Я считаю, что Рома гений. На самом деле просто пиздец. В облаках мы летим сквозь пространство и время. Сияет планета, как в сказочных снах. Мы летим по небу, Винкс. Только вместе мы сильны, чудеса творить вольны. И всегда устремлены к победе, Винкс. Мы от вас недалеко, мы подружимся легко. Не разлучит нас никто на свете, Винкс. Да не, злой, бля, мне кажется, что ты чел, на месте? Который только и лижет. Ну, типа, а ты лижешь? При первой этой. Я тебе не скажу. Даш. Придашь. Даш, лижет? Я же так полирую, ебаный снег. За ту челочку его хватает. Доброе утро. Насыпает ему, я ебу. Раскрыл план, да? Че, зайдем? Ебать, Даша красная, краснючая сидит. Это цветокор, блядь? Или перенасыщенность много на камере, а? А, ты нельзя челочку красиво, чисто риву, да? Смотрите на меня тут, смотрите на меня привет, там. Привет, Левин, очень тяжело найти парня. Он до сих пор один. Как стать парнем стримерша? Как стать парнем стримерша? Блять, какое я уёбище! Что это, блять, за лук? Что это за очки? Что у тебя с волосами? Что у тебя вообще в принципе? Где ты? Что ты? Ты кто вообще? Ой, я не знаю, слишком закрытый человек. Типа... Посмотрите на мое ебало, блять, зуб! Боже, как... И потом мне пишут, раньше было лучше! Да идите нахуй, просто, что это за уёбище на экране? А чего она так хейтит? Что, почему так самокритично? Нормальная же, нет? Тут я на экране тоже. Это просто пиздец, блядь, фу, нахуй. Все же норм. Вы че за хуйня? Видите? Видите? Вам не хотят давать. Если вам чего-то не хотят давать, вам нужно пощекотать... Вот эту зону. Щекочете эту зону. И любой мужчина отдает вам все, что вы захотите. Какую зону? Псих больной, я в дурдом. Бегаю под колесом. Я не знаю слова сон. Хожу с ума день за днем. Псих больной, я в дурдом. Бегаю под колесом. Я не знаю слова сон. И шоколадку день за днем. Псих больной, я в дурдом. Присев, Лёхе. Денджер, Лёха. Приступим на газик, я думаю, бля, это ж, блин. Бля, он... я думала, он больше. Я тоже так думала. Я не успел бы ничего показать, блядь. Не надо насыпать. Извини. Хесус? Хесус? Они там чокаются, блядь. Это за... Это тоже Хесус, ребят, это тоже Хесус. Да, у него улыбка. Это лучшая фотография. Сейчас съебала. Не, ну охуел. Я первый раз такого Хесуса видел. Такой какой-то, блядь, активный. Он охуенный Хесус был. Он такой активный был, реально. Да, блядь, первый раз, когда трезв, он такой, блядь, сидит. Мяу. Он там со всеми пиздит. Пошел туда разрулил. Пошел туда разрулил. Да, да, пиздит и пиздит. Татьян, ну тихо ты, Татьян. Пошел там распизделся. Извиняюсь, нахуй, тут не о чем общаться, нахуй. Поясняю за смысл жизни. В чем смысл жизни? В цели, краж. Неудобно теперь. А как я лежал? А как я лежал? У самурая нет цели, у самурая есть. Есть путь. Ау! Ты нахуй! Долбоёб ебаный, блядь, чё хуйню несёт, нахуй, пьяная башка, блядь. Мяу-мяу-мяу! Это кто? Это Жожа? Привет. Это Максим Шадоукек. Это Жожа, привет. Привет, любимая. Сереж, ты чё, напился? Да, твоей любви. Нужно. Сережа. Ой. Ладно. Может, регенчик сейчас даст, я их разъебу всех? Давай. Нихуя Оля стримит, ого. Так можно, что ли, было? Давай, теперь ты обязан разъебать, Саня, в смысле. Здорово. Да, ты сказал, возьму регенчик. Дота, любимая Дота. Я про этих рипов, да. Где у тебя камера? Вот.
Вот там? Да, за лампой. Не попал. Сидит довольный. Ты такое сыкло, что без друганов драться боишься. Самую сильную. Нет, 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 нет. Давай, рискни. Ну, да. Сжидаю. Ты говорил, что после чары спать идет. А мы сейчас пойдем спать скоро. Чат, вы хотите спать? Вы уже хотите спать? Пиздец. Их, наверное, смущают кожаные вот эти полуставки. Кожаные вот эти штуки? Я да. не Нет. знаю, я буду в них ходить. Ребята, мне это модно. А со мной? Охуенно. Ой, бля, смотри. Ой, тихо, шат, я типам... Сиськи покажу, они, блядь, немножечко... Скайбансеры. Тут же нет. Они могут, о, я никчёмная. Воздержаться. Народ, закончился... Танька, а есть мышка хорошая, беспроводная, Logitech? У тебя беспроводная или нет? Да, у меня. Да. А как она называется? Чего ты говоришь? Как она называется? Что называется? Мышка беспроводная, блядь. Ну про что с диалог шел? У меня Logitech. Вот представьте, я на вот этой кровати, вот так вот. Это мы видели, по-моему, еще вчера на дневном стриме, на утреннем. Вот так вот. Бля, Ванечке не нужна девочка пока что, я считаю. Ему пока и так нормально. Это был первый раз, это был мой первый... Сори, я отвлеклась немножко. Небось, Данилыч... Да у него есть КС, понимаете? Ну, посмотрите, ну... Ну, зачем ему девушка? Ну, зачем? Портить мальчика будет. Не надо. На борде катаешься? Нет. Ни разу не катался, кстати. Настя, чат на 2К. Ну, ты дурачок, ты залетел, проспамил «Привет, как дела, любимая?» И пишешь через секунду опять «Настя, чат на 2К». Типа, что никто не пишет в чат. Ты в адеквате вообще? Ты, может, не с той ноги проснулся, там сидишь... Ты чё? Алло. Алло. Чат на 2К. Чат на 2К. Опять накручиваем, да? Я бы хотела покататься на борде. Это был первый раз! Это был мой первый спуск! Это надо, это просто надо. Ну я так боюсь на самом деле этого всего. Это мемчик будет. О, пошли. А я типа ее супруг, который сидит. Иди сюда. А что за приколы? Не, там руки же вот так. Что за приколы? Руки вот так, помнишь? Я этот... Я спать, спокойной ночи, давай, спокойной ночи. Чтобы вы понимали, мы идем по Ривермолу. Я вижу, плойка, блядь, стоит. И говорю, Вадя, смотри, плойка. Он такой, о, пойдем. Мы пошли, зашли. И этот Йосип покупает. Я думаю, ебать ты лох. Она там стоит 24 тысячи гривен. Да. А так она стоит 15, блядь. Но ее только подождать надо. Он покупает, я говорю, хорошие покупки, лох. Он говорит, это тебе. Я говорю, ты что, еблан? Я так охуел, типа. Да, это мило. Я первый. Я так охуела. Надо было ставить ставки, кто первый. Блин, хочу на каток. Пипец. Я на катке не была, наверное, лет 7. Не каталась ни на коньках, не стояла на коньках лет 7, наверное. Хочу. Ну, Ксюша, давай быстрее, ты чё, бля? На нахуй упала. Всё, смерть. Да мы хотели на картинг сходить с ребятами, на квест. Да на коньки.
Straight to the head, I'm dead. Like a press up a fist for the lid from the shade. Buff shot, shotgun, put a shotty from the west. Feel like Peter Parker, I'm trying to see my Uncle Ben.